такой сегодня, наверное, можно сказать, что КФК играл оптимальным составом. Ну, почти. Почти, да. Ну, 95%. 80. 80. Скажи, пожалуйста, в целом, вот Real Friends вы обыграли, легко ли было или нет? Ну, обыграли, потому что у нас сегодня хороший состав. Если бы состав был, ну, скажем, как в прошлый раз, то было бы сложно. Команда неплохая. Может ребята, быть, две бы, минуты и начинаем. Там, на уровне Diamond League они сыроватые, но, в принципе, ребята с потенциалом. И если бы мы не приехали сегодня таким хорошим сбором, было бы сложно. Скажи, пожалуйста, второй тайм. Вот середина второго тайма соперник над вами, ну, имел такой как бы потенциал. То есть и хорошо владел мячом, и мог забить. Они, что с вами произошло? С логики развития событий матча все делали правильно. Им уже нечего было терять, нужно было идти вперед большими силами, они это и делали. Уже шли вперед, ну, пропустим больше или меньше, уже не важно. Нужно было идти забивать, и у них были шансы. Там было три хороших таких плотных удара, хорошо сыграл наш вратарь, выручил. Скажи, пожалуйста, сегодня ты очень хорошо выглядел и в первой игре, и во второй, и много было сейвов с твоей стороны. Скажи, пожалуйста, все-таки, почему не получилось у вас сегодня победить ни в одной игре, ни во второй, хотя вы являетесь достаточно сильным коллективом? Ну, давайте по порядочку. Значит, первая игра, мы там 3-0 проигрывали где-то минуте к пятой. Это, собственно, нас сломало, откровенно говоря, то есть мы уже дальше поплыли. Дальше уже все, ничего не получалось, все пошло не так. На второй тайм более-менее собрались, я точно не помню, по-моему, второй тайм мы даже наравне сыграли 1-1. Там в конце нам пропускали, но тоже, когда откровенно слили. В общем, первая игра провалена с самого начала, дальше уже пошло не так. Во второй игре уже более равно было, но нас, я бы сказал, просто перебегали, наверное, и не хватило физической подготовки, считаю. Еще хотел спросить, в первой игре у вас во втором тайме такой был промежуток времени, где-то первые 10 минут, когда вы смотрелись вообще идеально. Но не получалось все равно до конца и забить, и сравнять хотя бы счет, почему? Ну, видите, сами говорите, первые 10 минут смотрелись идеально. Дальше уже нас не хватает, наверное. Тут нужна практика именно игр таких. Нас не хватает больше, чем 10 минут, значит, пока есть над чем подумать. Леша, сегодня ты показал хорошую игру, забивал голы, красивые голы. В принципе, все у тебя получалось сегодня, как и у команды Катран. За счет чего, как ты считаешь? За счет чего? Я не знаю, за счет чего. Наверное, из-за того, что все услышали, как нам сказал наш тренер, я так скажу. И все выполняли, все его как бы, требования. И мне хотелось сегодня показать хорошую игру. Я показал, и хотелось, чтобы команда показала, играли как-то. Чуть и от обороны, и чуть старались тоже побежать. Если сравнить первый и второй тайм, то тебе какой больше понравился? Мне? Мне, наверное, второй, потому что во втором я хорошо, красивый гол забил. Скажи, пожалуйста, победа со счетом 10-1. Как в целом впечатление о команде? Что бы посоветовал ты им делать, чтобы ну, начать играть? Вы похожи, они похожи на вас в прошлом году, да? Так, то есть какой бы ти дав совет? Я не бачив нашу команду на Лагороку. Ну, потрібно зігруватись, підтягувати склад, щоб замін більше було. І видно, що є і техніка, і індивідуальна гра непогана, але просто командної немає. Підтягувати команду, формувати, думаю, через рік буде так, як ми грати. Сегодня вот такая вот хорошая погода, отличная, просто футбольная. Mm-hmm. Вот, скажи, пожалуйста, за счет чего сегодня вы победили? Мы победили за счет таких слаженных действий. Мы вначале договорились так играть в пас мелкий, сильно не лезть на рожон. Ну и командный дух, и как бы желание победить. Давно мы уже не побеждали, поэтому хотелось сегодня, mm-hmm. было желание такое, вот так вот. Скажи, пожалуйста, какое все-таки у тебя ну, мнение по ходу этой игры? Почему не получилось победить? В последних играх вы неплохо выглядели, но сегодня не удалось. Ну, у нас сегодня были больше провалы в защите. Ребята выиграли за счет контратак. Не на контратаках забивали. В основном они 5 забили, 3 они забили на контратаках. Первый, второй тайм, если взять, какой лучше, какой хуже? Ну, как по мне, то второй получше. Мы во втором тайме уже начали играть. В первом тайме мы как-то не могли собраться. Угу. Скажи, пожалуйста, Гриша уже вторую игру является, можно сказать, лидером игры вашей команды. За счет чего?
Потому что он лидер за счет чего. Ну, молодчина. И старается, хочет забивать каждую игру. Вы играете, скажи, на него? Ну, конечно. Только на него игра. Угу. Шкрипас, как тебе удается быть лидером команды? Да, не знаю. Так получается. На тебя играет команда? Да. Надо стремиться быть лучше.